надеюсь, что вы после Москвы не заскучаете у нас. Все, что мне нужно, это покой, тишина. На столе мертвая человеческая голова. Да я не знаю, откуда она там все. Я такого никогда не видел. Просто фильм ужас. Капитан полиции Гликерия Давыдова. Я видел тело. И меня пытались сжечь. Этим делом должна заниматься полиция. Кто-то убирает свидетелей. Ты кого слушаешь? Он же библиотекарь. К тому же на препаратах. То ли бывший алкоголик, то ли бывший наркоман. Абонемент на расследование. Она в большой опасности. Ты же не хочешь, чтобы с ней случилось то же, что и со мной. Премьера. Вот они, работники культуры, а? Только с виду тихие. В субботу в 13:35 на канале ТВ-центр.